Скорая медицинская помощь Нефтеюганска получила специальный изолирующий бокс. В так называемом биобаке будут перевозить пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19, а также с тяжелыми ожогами и иммунодефицитом. Тему продолжит Мария Сираева. Биобак в Нефтеюганск поступил пару недель назад. Все это время медработники ковидной бригады проходили обучение. До сих пор по назначению использовать бокс не приходилось, так как он предназначен для перевозки пациентов на дальние расстояния. А поскольку больница для ковидных больных находится в городе, всех с подозрением на коронавирус перевозят обычным спецбортом скорой помощи. Одного его вполне будет достаточно. У нас есть далекие, отдаленные участки, куда мы выезжаем из Юганска. Юганская область, это 80-90 километров от города. Вот вполне возможно для таких пациентов, которые именно находятся в этих населенных пунктах, он будет использоваться. Перевозить в таком боксе будут инфекционных больных с ожогами и слабой иммунной системой. Для создания стерильных условий внутри имеется два режима. Изолированные носилки помогут избежать заражения как самого пациента, так и медперсонала. Воздух из бокса и в бокс при разных заболеваниях циркулирует по-разному. Через фильтры и под давлением. Можно работать, оказывать помощь. У нас здесь стерильные условия создаются, чтобы не соприкасаться с больным уже, когда в боксе он. Получается, здесь вот меняется, здесь подается кислород, убирается. Здесь можно систему сразу тоже убирается, и все стерильно, да, поступает. Переносить такие носилки будет гораздо сложнее. Вес бокса 22 килограмма, плюс сами носилки 5 килограммов, плюс вес пациента. В среднем общая масса составит не менее 100 килограммов. Пока бокс новый, фельдшеры решили на себе проверить, насколько в нем комфортно. Просторно, мягкий матрас, ремни безопасности, а главное, нет чувства замкнутого пространства, поделилась фельдшер Марина Русакова. Видимость хорошая со всех сторон, и нет такого, что замкнутость пространства, то есть абсолютно. Во-первых, идет поток воздуха хороший, вот, ничего нигде не дует, вот, окна, видимость хорошая, то есть нет такого, и медработники всегда присутствуют. Сам бокс двухметровый, выдерживает вес до 120 килограммов. Департаментом здравоохранения Югры было закуплено 30 таких биобаков. Все их распределили по муниципалитетам округа. Мария Сираева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск», специально для программы «Вести Югория».